Новости на телеканале «Ника Плюс», в студии Юлия Кучеренко. Здравствуйте. В правительстве республики скоро появится новый министр финансов. В соответствии с указом временно исполняющего обязанности главы Карелии, нынешний министр Ирина Ахакас освобождена от должности. Премьер-министр Александр Чепик поблагодарил Ирину Ахакас за работу в должности министра финансов региона и отметил, что за прошедший год удалось существенно снизить уровень государственного долга, увеличить поступление налогов в бюджет региона. Кроме того, возросла помощь нашей республике из федерального бюджета. Петрозаводск присоединился к всероссийской акции «На работу на велосипеде». По правде сказать, смельчаков, дерзнувших отправиться к месту работы на двух колесах, в карельской столице оказалось немного. В администрации города и того меньше. Самыми ярыми велосипедистами оказались депутаты Петросовета. Участница велофлешмоба, депутат Ирина Шарипова, призналась, до работы на велосипеде ей пришлось добираться впервые. Велосипед приобрела в марте, планировала давно выехать. Сегодня это, наверное, шаг такой, что буду ездить теперь каждый день на велосипеде на работу. Единственное, погодные условия не очень сегодня благоприятные для этого. Коллега Ирины, депутат Павел Сандберг, рассказал, что в акции уже неоднократно участвовал. Да и в обычные дни с удовольствием добирается до работы на двух колесах. Особенно летом. И для здоровья полезно, и в пробках стоять не надо. За 20 минут с скандинавского проезда я добрался. А по Чапаево, значит, машины стояли в пробке. Я спокойно их обгонял, даже не крутил педали. А, конечно, есть вопросы по инфраструктуре. Хотелось, чтобы было больше велодорожек, да, чтобы это было максимально комфортно для велосипедистов. А, есть очень хорошие территории, где можно линовать велодорожку делать, пешеходную. Конечно, где-то нужно стыки делать, съезды. Вот. Ну, в целом вопрос такой комплексный, но считаю, что и так у нас очень много велосипедистов в городе. Да, это движение популярно, и с каждым годом все больше и больше людей переходят на личный велосипед, и очень замечательно. К слову, большинство сотрудников мэрии явились на работу по старинке, на авто. Некоторые пришли пешком. Депутаты, дерзнувшие поучаствовать в акции, уверены, что хороший пример заразителен не менее дурного, и в следующий раз участников будет больше. Горожане просят мэрию откорректировать проект благоустройства парка «Ямка» в центре Петрозаводска. Общественники и экологи уверены, что без серьезной доработки плана 12 миллионов рублей, которые потратят на приведение ямки в порядок, просто смоет в реку. Мария Кравцова подробнее. Еще одна река в парке «Ямка». Всем, кто ежедневно гуляет в парке «Ямка», знакома эта картина. В сезон дождей дорожки превращаются в реки, а лужайки – в болото. Поэтому, когда стало известно, что парк вошел в проект «Комфортная городская среда», велосипедистов и бегунов это обрадовало. Но как только план работ оказался в руках общественников и экологов, они увидели, что в первую очередь в парке сделают дорожки из асфальта и брусчатки и гейзерный фонтан. Хотя главная проблема здесь – это плохая дренажная система. Если мы сделаем что-то здесь, но не решим проблему воды, не выведем ее отдельно дренажной системой, то все это просто смоется, размоется, разрушится. И через год, как этой весной у нас сходил асфальт, через год у нас сойдет все благоустройство парка «Ямка». Проект предусматривает реконструкцию набережной Лососинки. Вместо берез тут будут булыжники. Всего под снос идут 57 деревьев крупномеров, в том числе краснокнижных, и примерно столько же кустарников. Заменят их на 48 туй и можжевельников. А вот большинство аварийных деревьев, как эта липа, сносу и замене не подлежат. И в то же время деревья, которые мы видим по берегу реки, которые не аварийные, они все перечеркнуты красненьким. И все будут подвержены сносу. Вот все, что тут зачеркнуто, вот все деревья по берегу реки, они все сносятся, потому что они просто мешают картинке, но они все здоровы. На внеочередном совещании по проектам комфортной городской среды собравшимся было сказано: мы ничего отменять не можем, проект выбран горожанами. Мы сегодня таких правовых основ не имеем, мы просто обсуждать будем проекты на предмет того, чтобы, возможно, по возможности изменить какие-то детали. Выслушав доводы защитников парка, проект благоустройства ямки решили дорабатывать. Общественники предлагают в первую очередь сделать дренажную систему по всему парку, отремонтировать лестницу с улицы Дзержинского, сделать дорожки грунтовыми и провести экспертизу всех деревьев в парке, чтобы не рубить с плеча. До республиканского совещания по проектам комфортной городской среды у активистов и администрации еще есть время все переделать. Сквер журналистов в районе набережной Онежского озера приобрел скверный вид. Деревья, посаженные карельскими работниками СМИ, 3 года назад завяли и больше не радуют глаз. На территории парка сваливают снег коммунальщики и паркуются полицейские машины. Почему сквер журналистов оказался заброшен, выяснял Александр Гнетнев.
Злые языки могут порадоваться, мол, какая пресса, такой и сквер. Засохло почти все. Между тем, здесь есть даже деревце Ники. Я уже сажала деревья, конечно, в своей жизни, но вы знаете, сажать дерево для города вдвойне приятнее. Растение высадила наша коллега Марина Кабатюк. Марина теперь пресс-секретарь главы Карелии, а у ее деревца дела идут чуть-чуть похуже. Но оно держится, во всяком случае, не засохло, как многие другие. Половина деревьев умерли, так скажем. И, ну, остались вот хвойные. Ну, в чем здесь может быть причина? Причин тут несколько, на самом деле. Здесь и, может быть, мы где-то, как журналисты, не доглядели, как шеф этого сквера. Ну, есть и моменты такие, что сюда снег сваливали, сюда полицейские машины заезжали. Я вот обращался в администрацию Петрозаводском, пытались оградку сюда поставить, но по каким-то соображениям архитектурным или еще каким-то дизайнерским здесь с оградкой не получилось. Здесь нужно, конечно, спасать то, что осталось. На площади сквера действительно была замечена полицейская машина, а зимой туда же сваливают снег коммунальщики. Условия для цветения не лучшие, нужна ограда и приличный уход. Работники прессы и сотрудники мэрии решили договориться. Нужно провести уходовые мероприятия по этим посадкам. Предлагаем выйти совместно, и мы готовы провести мастер-класс по обрезке кустарников, по мероприятиям по уходу за растениями. Мне кажется, что те, кто сажали эти растения, им было бы приятно за ними поухаживать. Реанимировать сквер решено тогда, когда в Петрозаводск придут по-настоящему теплые дни. Никто, только мы. 5-километровый марш-бросок под таким девизом совершили 72 молодых человека из 4 районов республики. Да призывная молодежь решила на практике проверить свою готовность к службе в армии. До финиша дошла только треть участников. Давай, поехали! Вот так бодро стартовали участники республиканского марш-броска, организованного Карельским кадетским корпусом для юношей 16-18 лет. Проверить свою выносливость и волевые качества захотели школьники Петрозаводска, Кондопа, Гесигежа, Аланса и студенты петрозаводских колледжей. Это марш-бросок по подобию, значит, испытаний спецназа силовых структур. Ребята проходят дистанцию порядка 5 километров с различными препятствиями. Препятствия очень серьезные, очень такие приближены к боевым. Химическая атака, пересечение реки вброд, ходьба гуськом, приседания с выпрыгиванием вверх и отжимания. И все это в диком темпе. В промежутках между этими заданиями изматывающий бег. Когда сил не осталось не то, что бежать, а даже просто идти, заключительное испытание – огневой рубеж. Три выстрела, попасть, один выстрел, руки, бою. Именно на этом этапе отсеялось наибольшее количество участников. Руки предательски дрожали от напряжения, а глаза уже не видели цели. Из 72 юношей со всеми заданиями справились только 19. Почти половина из них – учащиеся Карельского кадетского корпуса. Вся трасса была с самого начала очень сложная, было очень тяжело бежать. Это, ну, нечеловеческие испытания. Тем, кто дошел до финиша, организаторы марш-броска вручили малиновые береты. Остальным в утешение – вкусная солдатская каша. Алена Сенси, Владимир Волотовский, телеканал «Ника Плюс». Бери друзей, иди в музей. 20 мая Петрозаводск присоединится к международной культурной акции «Ночь музеев». Сотрудники городских музейных учреждений рассказали, где, как и с кем можно культурно переночевать в карельской столице. По традиции, центральной площадкой музейной вакханалии станет Национальный музей. Его сотрудники подготовили для посетителей множество необычных экскурсий, игровых занятий, мастер-классов и концертов. Хор ПетрГУ, знаменитый лодкострун Александра Леонова и Ольги Гайдамак, презентация нового альбома вепского фолк-проекта «Мецхине», музыкальные сюрпризы вечера. А ровно в полночь директор музея Михаил Гальденберг прочтет припозднившимся посетителям лекцию с интригующим названием «Тайна четырех». О. Что это будет? Приходите. Интрига. Интрига. Вот. В общей сложности к 13-й по счету акции «Ночь музеев» присоединятся 13 петрозаводских учреждений культуры. Строительная компания «Barents Group» провела с учащимися петрозаводских школ акцию по озеленению города в жилом квартале «Свиристель» на Куковке и на Левашовском бульваре в районе жилого комплекса «Изумрудное». Об этом прямо сейчас. А новости на сегодня все. Я, Юлия Кучеренко, желаю вам всего доброго. До свидания.
Строительная компания «Новой волны Баренц Групп» продолжает программу озеленения в городе Петрозаводске. В рамках данной программы мы подготавливаем крупномеры, которые мы высаживали ранее к летне-осеннему периоду. Также мы не забываем о подрастающем поколении и показываем нашим школьникам, как правильно заботиться об окружающей среде. Значит, здесь посажены крупномерные растения. Растения были перевезены из питомника, из другого региона. Достаточно сильный стресс для растений, поэтому весной требуются работы по уходу за ними, по приведению их, так называется, в чувство. Они ослаблены, и после этого на них начинают нападать грызущие насекомые, стволовые вредители, короеды, всем известные. Вот, чтобы этого не происходило, мы деревья обрабатываем против этих вредителей растворами специальных химикатов, которые его отпугивают и уничтожают. Чтобы растения нормально вегетировали, за ними будет сделан комплекс такого агротехнического ухода. Вот эти работы мы будем выполнять в течение летнего сезона этого года.